Повышение потенции в домашних условиях. Как повысить ее, не выходя из дома? Друзья мои, это продолжение нашей серии выпусков. Это реальная качалка. Стоп. Обязательно прямо сейчас поставь лайк, и мы продолжим. Ну не стесняйся, нажимай. Я же вижу. Ну, клацай на лайк. Спасибо, спасибо. Итак, продолжаем. Друзья мои, мы много проводим времени в сидячем положении. Сидячий образ жизни, то есть малоподвижный, друзья мои. Практически все даже, я не знаю, начиная от студентов, заканчивая более старшим поколением, все мы сидим практически всегда, да? Компьютеры, техника какая-то, за столом, на работе, везде. Поэтому упражнение для сидячих, не выходя из кабинета. Не выходя из дома, сидите, спину держите максимально ровно, я надеюсь, вам сейчас видно, да? То есть, как бы маленькая дуга, вот чуть-чуть. Руки держите параллельно, вот, видите, да, хорошо? Лопатки немножко сведены, ноги не надо держать не вот так, потому что так может не получиться. Хотя бы подожмите под себя чуть-чуть, для того, чтобы здесь был угол 90 градусов, параллельно полу. Здесь 90 градусов, а ноги параллельно полу. Все. И при этом пытайтесь понемножку приподниматься, ребята. На стуле, на диване, на чем угодно. Пытайтесь приподниматься. При этом промежность ваша напрягается. На каждый подъем промежность напрягается. Такое мы делаем 10-15 раз. 4-5 подходов. Как видите, все очень просто. Можно делать даже не выходя из кабинета. Знаю, поначалу будет тяжело, но мы не ищем с вами легких путей, мы ищем простые, классические вещи, которые нам обязательно помогут. Друзья мои, еще раз проверьте, поставили вы лайк или нет. Напишите комментарий, помогло ли вам это или нет, как вам вообще заходят эти видосы или нет. Надо ли делать продолжение, напишите. Напишите, про что бы вы хотели видеть видео. Не ленитесь, пожалуйста, для меня это очень важно. И для тебя тоже, кстати. Подпишись на канал, если еще не подписан. И жди новое видео. Нажми на колокольчик, чтобы не пропустить. И совсем скоро выйдет новый видос, как я и говорил. Все, друзья мои, удачи вам. До скорых встреч. А я пошел на тренировку. Все, берегите себя. На этой позитивной ноте мы и закончим. Итак, еще раз. Лайк поставь. Нажми подписку на канал и комментарий прямо под этим видео. Кстати, витамины и все остальное я написал в описании.